Значит, следующий гибрид — это гибрид Мамако. Это новинка в нашем ассортименте. Он должен вступить в регистрацию с января-февраля 2017 года, поэтому кого он заинтересует в дальнейшем, да, вы можете вот и семена, соответственно, покупать тоже вот с этого времени, заказывать у дистрибьюторов, у наших официальных, вот, для выращивания в следующем году. Данный гибрид является одним из самых ранних в нашей линейке. 50 дней, 55 от высадки рассады, он даже будет немножко раньше, чем гибрид Намиб. Форма плода у него более округлая, она не такая вытянутая, яйцеобразная, как у Намиба. На первых кистях это может быть более округлый и даже чуть-чуть приплюснутый, то есть около 30% продукции. В основном потом 65-70% продукции будет среднего веса 100-110 грамм. Вот такой вот формы, рвется с хвостиком, очень плотный и довольно вкусный гибрид. Как вы видите, по самому состоянию растения, то есть растение, я не скажу, что оно очень сильное, да, вот, но... Так как гибрид является очень ранним, вы не найдете гибрида, чтобы он был и ранним, и очень сильным, с хорошим укрывным аппаратом листовым. Поэтому он, да, есть где-то проблемы в том, что некоторые верхние кисти могут где-то подгорать, но в основном вы видите, что даже при таком вот листовом аппарате, в принципе, все плоды нормально укрыты и минимальный процент идет сгоревших плодов. То есть по самому растению видите, что довольно хорошая нагрузка на растение. Вот, около 70% продукции на нем уже созревших, так как я и сказал, он очень ранний и довольно быстро плодоносит. По нашим замерам, когда мы вот вчера-позавчера проезжали по всем опытным участкам, данный гибрид оказался самым урожайным. То есть на нем уже сейчас, ну не на этом поле, мы на этом поле, скажу честно, мы не считали урожайность, да, на другом поле на нем уже зачетная урожайность была по зрелым плодам 118 тонн. То есть это среднее, что мы прошли, вот это при, тут 21,5, Андрей сказал, тысячи, это при 25 тысячах на гектаре, то есть он показывал вот уже зачетную урожайность 118 тонн. Ну и там было немножко раньше срок высадки у него на 10 дней по сравнению с этим полем. Ну даже здесь, если пройтись и посмотреть вот в сравнении там с другим дальше гибридом, наибольший процент созретых плодов в сравнении с другими подобными вот такими вот томатами. Прекрасно себя зарекомендовал на свежем рынке, то есть клиенты очень любят подобный тип продукции, он является очень ходовым по сравнению с той же крупной продукцией. У него самый оптимальный, на наш взгляд, ну не на то, что на наш взгляд, а по отзывам тех хозяйств, которые уже его брали на испытание и пускали в реализацию, то есть он уходил, как правило, в первую очередь, потому что там 60-70 грамм вроде бы как мелковато, 150-140 кому-то великовато. Данный тип продукции как раз вот 100-110 грамм, как говорится, то, что доктор прописал. Поэтому очень надеемся, что он вам понравится в дальнейшем и будете также с ним работать. По внутренней структуре видите, то есть довольно такая плотненькая внешняя стенка, хорошее внутреннее наполнение и прекрасный вот такой вот розоватый внутренний цвет. Какая-то группа сонная у нас попалась. Ну, а он мягкий. А пиво не наливали еще? Нет. Кто мягкий? Как болезнь устойчив? Как сливка. Ну, вы же видите. Как болезнь ему? Ну, да. Кого еще бросить помидоры? Кому? Ну, можете подойти, попробовать зайти на кусту, сорвать. То есть эти плоды лежат вот уже на солнце, они греются, но тем не менее... А сколько нормально лежит уже поспевший томат? Ну, его просто уже можно... поймать цену не всегда, как бы, хочется... Вот смотрите, вот если развернуть куст... Да? Его можно было убирать уже неделю смотрите, назад. Его можно, да, недели полторы, а то и две назад можно было убирать. Вот там вот есть, ну, на самом... Там внизу понятно, полу... тот, который сверху вот красный. А вы же самый спелый, он получается снизу. Вот этот вот лежал на земле даже. Вот попробуйте его. Ну вот, он лежал на самой земле, то есть там, где поливается, там, где влажно получается. Вот он, ну, уже практически, да, уже такого вот состояния. Поэтому в этом плане, ну, я думаю, что сейчас даже, ну, знаете, по данному типу продукции задавать вопрос там по твердости. Просто ты не будешь представлен на рынке, если он будет мягкий.
в продаже, данный гибрид, он должен быть зарегистрирован не в 17-м, а в 18-м году, январь-февраль, к сожалению. Поэтому еще... Так что в продаже нету его? Нету. И в следующем году пока тоже не сможем вам его предложить. Ну, смотрите, запоминайте и... Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.